Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. У нас ивент. Так, что это у нас тут за такой миленький цветочек, а? Хорошо, давай еще один поставим сюда. Может быть, он сделает нам доброе дело. Так, у нас есть Бонг Чой. Но мне нужны подсолнухи. Так, смотрим. Идут зомби в колпачках. Как всегда, на веселе. Так, цветочек, что он делает? Ох, как мило. Он взял просто и уменьшил зомби. А уменьшение, я так понимаю, дает сразу же и ослабление. Верно или нет? Так, тихонечко, мой маленький грибок дымит, но очень плохо. Надо ставить Бонг Чой сюда. Слушай, наверное, что-то у вас тут много как-то появилось в этой жизни. Так, еще один подсолнух посадим. Этот довольный, все, они уменьшились. И мне кажется, за каждым эндурианом надо ставить по Бонг Чой, да? Это будет оптимально для нас. И, так, где он у нас? Вот. Давай сюда поставим. И удобрение у нас есть одна штука всего лишь. Маловато, но я думаю, что мы справимся. Итак, так, секунду. Зомби, ты куда пошел, а? Я чуть было тебя не продинамил. Ну-ка, Бонг Чой, давай, наяривай. Отлично. Надо не забывать вот про этот цветочек, который уменьшает зомбарей. Жить. Все, они сразу становятся как малютки ватные. Это ватные, мы их просто с полточка бомбим. Давай сюда поставим эндуриона. Еще один подсолнух. Так, 50 энергии, да, стоит вот этот вот цветочек у нас. Мы его посадим. Блин, сюда посадил, да, умудрился. Оп, сразу весь отряд стал маленьким и беззащитным, и безобидным. Давай срочно Бонг Чуя сюда надо поставить, потому что, смотри, он там один не справляется. Тем более этот чудик в торте. Он очень нервирует меня. Так, нижний ряд у нас тоже с тобой не защищен, так что надо быстренько что-то с этим делать. Зомби, причем, у нас идет с ведром на голове. Так, эндуриана поставим и сразу же Бонг Чой. Пускай стоит там, бомбит. Вот так вот. Ну тихо, что вы все тут приперли? Ну-ка, поехали. Вот это вот по-нашему. Так, тут мелкая машина зомби идет. Надо с ней тоже разобраться. Фух, это у нас последняя, друзья мои, волна. Последняя, сейчас мы ее отбиваем и все. И пойдем проходить основную сюжетную линию. Так, поставим, наверное, сюда вот эндуриан. И можно, в принципе, наверное, вот сюда. Нет. Куда тебя влепить, Бонг Чой, я не знаю. Стой, где стоишь, все. Слушай, ну мне нравится. Благодаря тому, что у игры, так сказать, день рождения, они сделали здесь очень такие прикольные ивенты. Круто, на самом деле. Так, давай этого добьем. Все. И остается вот здесь последний. Мы сделаем еще вот так вот. О, разбомбили его с полтычка. Ну что ж, друзья, ивент прошли. Давайте откроем подарочки и посмотрим, что нам выпадет. Арбузик. Так, могилоед. И 3000 голды. Ну что же, я любому подарку рад. Поехали. Нет, я не буду переигрывать. Меня устраивает вполне ревард такой, который мы с вами заработали. А вот дальше будет труба. Так, квест комплит. А что мы с тобой выполнили? Давай-ка посмотрим. Гемы. А сколько штучек? Так, 91 гем у нас с тобой появился. 91 гем. Давай-ка мы кое-что с тобой глянем. Кто-то мне сказал, что бери перец халапеньо за гемы. Кто-то мне говорит, бери арахис. Ребят, вы определитесь, кого же все-таки брать. Арахис или халапеньо? А может быть, вот этот взять цветочек, который только что был у нас? Он же, видел, уменьшает зомби, они становятся слабыми. Хм. Ну да, больше здесь, в принципе, за кристаллы брать и нечего.
Ладно, накопим, там посмотрим. Ну что, друзья, идем с вами. На какой там уровень-то у нас? 27-й. Кстати, зайдем быстренько на огород, посмотрим, что у нас там созрело. О, сколько денежек нам тут. Слушай, шикарно. 16 тысяч у меня уже голды. Так, здесь мы с тобой посадим, все польем. Кого взять? Сталью, может быть, а? Или, вот, я возьму подсолнух с собой. И т-т-т-т-т, и все, пока. Нет, магнит. Я еще возьму с собой магнит. Все, ребят, пока хватит. А то просто растранжирим все растения, а потом и воевать неким будет. Давай хотя бы посмотрим для начала, кто у нас здесь будет на этом уровне. Понятно. Ну, ничего страшного я, по крайней мере, не вижу. Блин. Теперь я понял, что страшное. Нам дают 3000 солнца, и за это, за эти, как говорится, энергии ты должен тут повоевать. Молодцы. Спасибо вам большое. Как всегда, с условиями. Так, возьмем мину. Возьмем с вами вот этот вот грибок. Наверное, возьмем сельдерейчик сюда. Гипногриб нужен? Ладно, пускай будет. Или не нужен? Ой, не знаю даже. Бонгчуя будем брать или нет? Вопрос интересный. Будем ли мы брать бонгчуя? Но защитник, наверное, возьмем. И... Так. Не знаю. Давай возьмем еще с тобой древний орех. Поехали. Поехали. Будем с тобой выстраивать линию защиты. Для начала сделаем так. Так, далее, кого бы нам сюда влепить-то? Блин, этих, что ли, поставим с тобой? Ну, мне кажется, что здесь не обойдется без траты денег. Как ни крути. И это плохо, это меня очень огорчает, если вот честно. Давай вот так вот сделаем. Ну и запустим, фиг с ним, ребят, посмотрим. Тут всего лишь одна волна, но я так понимаю, она будет лютой. Мы, кстати, можем еще с тобой вот так вот сделать. Поставить, так сказать, везде свои мины картофельные. Так, у нас что? А, вот, все хватает у нас. У нас здесь будут птеродактили, которые таскают зомбарей, да? Сбрасывают камни сюда. Я все понял. Надо... Ну куда ты вот его несешь? Уже вот несет его, а? Ну ты посмотри. Блин, да съешь ты лучше гипногриб. Все, он, ребята, слопал. Так, ну давай, 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 быстрее откатывайся. Что? Давай лучше бомби своих зомбарей. Друзья мои, что тут происходит? Смотри. А, они уже практически прошли. На-ка, съешь грибочек. Так, что у нас вообще происходит? Есть еще мины? Давай его. Прям на мину высади. Ну, это последний, да, у нас охламоны, которые остались. Что я могу здесь сделать? Здесь я могу, например, запустить лаву-гуаву. Так, этого, я думаю, добьем. Вот с этим что делать? Так, мы его почти уничтожили. Сейчас он встанет. Ага, все, отлично, ребята. И последний вот здесь вот ханурик, как мы видим. Я могу даже немножко над ним поиздеваться. Подожди, а почему? А, вот, все. Мина стоит, но я так понимаю, он не дойдет. Мой древний горохострел его просто отталкивает. Все. Фух. Ну что же, неплохо, неплохо. А что такое? Что произошло? Почему не заканчивается миссия? Все. Ну вот, 16 тысяч голды мы с тобой накопили.
И скоро же будет доктор Замбос. 28-й день, как-никак. У нас с тобой на кону. Так, это что у нас такое? Что? Как красиво, смотри-ка. Ромашечка развивается. Так, опять этот ускоритель пришел, да? Потом толкатель и... который перекидывает. Ну что же, начинаем с подсолнуха. Думаю, здесь возьмем мину вишневую. Не знаю, нужен ли нам магнит. Наверное, не нужен. Защитник лава гуава. Ко всему прочему, мину вот эту возьмем. Гриб. Замедляшку, наверное, придется взять. Угу. И... так-так-так-так. Бонгчой плюс... Без всяких плюсов, просто бонгчой. Поехали, друзья. Начинаем с подсолнухов. Окей. Так, давай следующий. Пока тишина, да? Никто там не идет? Никто не буянит? Ну да, никто не буянит. Вон уже, явился, блин, не запылился. Так, мне что нужно? Мне нужно его захомутать. Я его захомутал, пускай он там, я не знаю, бомбит этих зомбарей. Пока у меня есть такая возможность. Ёлки-палки. Тут нам, наверное, придется замедляшку врубить. Так, подсолнухи, давайте, родные мои, работайте, работайте. Так, если я вот сюда вот поставлю бонгчоя, куда он его перебросил-то? С какого перепуга вдруг? Давай, подсолнухи, работаем. Так, сюда, наверное, мы сейчас сделаем вот так вот. Птеродактиль, да? Слушай, наверное, вот этого надо будет. Ох, ё-моё, я не успел, друзья мои. Почему он меня так манул, а? Так, птеродактиль просто так на халяву, на холостую летит. Так, спасибо за удобрение. Спасибочки. Срочно выставляем везде с тобой картофельные мины. Погоди-ка, я не понял, а как это вы сюда просто... А, вон тот вас толкает. Все, я врубился. Надо сюда замедляшку, наверное, поставить. Да и мину. Бомбу, точнее, почему я называю ее миной? Это бомба. А этот-то как здесь оказался, смотри. Бонг-чой, пора поработать. По-моему, это вон тот он, динозавр, друзья мои, перекидывает их всех сюда. Так оно все и происходит, да? Так, сюда замедляшку врубим. Таким вот образом будем с вами. Пока отбиваюсь как могу. Что же нам с тобой сделать? Придется вот этого опять приворожить. Поставить сюда лаву-гуаву. Ну зачем ты мне сюда несешь зомби этого, а, паршивого? Ох, ёх, не надо ускоряться. Пожалуйста, не надо ускорения тут никакого делать. Так, наверное, нам придется вот так вот сделать здесь. И лаву-гуаву применить. Еще будет одна волна, так что не расслабляемся. Кого бы нам с тобой захмутать? Понял. Он сам явился сюда, да, как говорится? По своей воле. Сюда мы с тобой вишню поставим. Бамс! Вообще отлично все работает. Все у нас круто получается, и я в восторге. Чего греха таить? Мины работают отлично. Бонгчой наяривает только шорох. Плюс удобрение. Так, вот эти два последних, видимо, да, или нет? Давай-ка мы вот сюда сзади бонгчой поставим, пускай он их бомбит. А вот сюда лаву-гуаву. Это будет идеальная ихняя смерть. Ну, давай. Судя по всему, это был последний зомби. И сейчас глянем, прошли или нет. Да, мы получили с тобой мешочек с деньгами. И 28-й день у нас позади. 29-й, ё-моё. Скоро-скоро уже будет зомбос. Я даже не знаю, как он будет выглядеть. Не представляю. Но хотелось бы посмотреть. Потому что тот, который на дискотеке рок-зомби, меня просто взбесил со своими колонками. Так, а здесь у нас, я вижу, Гаргантюа появился.
Чего? Они мне дали всего лишь два вида растения. Ну, я имею в виду боевых. Здорово. Мину дали мне и горохострел примитивный. Красавчики, что я могу сказать? Как вот я должен здесь, интересно, воевать? Особенно против Гаргантюа. Только если отталкивать его. Надеюсь, здесь не придут эти динозавры, которые будут помогать им. Тут три волны еще ко всему прочему будет. Так что, ребята, надо как-то обустраиваться. Так, начнем, наверное, вот отсюда. Ну что ты, там пищишь, мелочь? Пищит, орет. Давай сюда поставим. Будем их отталкивать. Да ладно, вы издеваетесь, что ли? Вы серьезно? А как? Он же их сейчас будет сюда ко мне бросать. Че, мина только, если в помощь нам? Я не пойму, где энергия-то вся? Ну, предположим. Не, ребят, ну это нереально. Это какой-то Unreal. Еще и ускорение влепил. Не-не-не-не-не, не надо, не надо, не надо. Не надо вот этого вот крика, ора. Твою ж налево. Ну и как, смотри. Он бежит как полудурок. Ну и что это мне дало? Надо на минах, короче, здесь, по ходу дела, развиваться. Потому что мина очень хорошо захватывает радиус повреждения. Видишь, какой? Массовый, так скажем. Ну, мина же откатывается, ты про это не забывай. Я же не могу ее ставить, как говорится, одну за одной. Ну вот, смотри, вот этот зомби подходит уже. И что? Как мне быть? Тут этих... подкинули, подарочки называются мне. Вот не хочешь тратить, да, голдун? Но тебя просто заставляют. И тут нету выбора. Как говорится, ну, моего выбора, где бы я сам выбрал растение и потом бы мог переиграть. Здесь вот тебе дали шаблон, и все, и будь здоров, и играй как хочешь. Вот это вот раздражает. Ух, пытаемся отбиться. Это только вторая волна у нас была. Сейчас пойдет третья. Очень долго, друзья мои, мина откатывается. Очень долго. Он еще и забрасывает их сюда, к нам в тыл. Иди отсюда. Ну пошел ты. Давай сюда мину, наверное, влепим. Раз он сюда подбрасывает там. Ай, он сейчас съест, наверное, ее. Бам, смотри, как шикарно взорвалось. Так, там у нас тоже, да? Друзья идут, нелепые. Так, подожди-ка, этот у нас подходит, подкрадывается. Тут мина, слава богу, здесь я не боюсь. Вот наверху, конечно, проблемка. Давай, наверное, с собой поставим мину туда. А чё мы вот этого не можем оттолкнуть, объясни? Потому что он идет якобы с камнем на голове, да? Или в чем, блин, проблема? Зачем вот это надо было делать? Там же сработала мина. Я сам себе просто навредил сейчас в данный момент. А вон, друзья мои, и Гаргантюаша идет. И это что-то сразу мне поплохело. Ну да, это последняя волна, поэтому он и шурует. Ну вот как вот мне сейчас с ним тут быть? Предположим, взрыв будет. Ну и вот это не коснется ведь, так? Бамс! Он бросает свою мелкую вот эту вот лилипутиху. Как ее там величать, я даже не знаю. Так, пускай отвлечется маленечко. Вот-вот-вот, отталкиваем его. Не даем ему подойти к нам близко. Блин, было 16-17 тысяч, да? Осталось 11. На каком-то уровне, где дали тебе всего лишь примитивный горохострел и примитивную мину, ты должен был пройти. Угу. Ладно, Гаргантюа получит это однозначно. Мы сюда вот мину с тобой поставим.
Сейчас он еще взорвется. И все, пиньятушка у нас в кармане. Будьте добры, покажите мне, что у вас тут спрятано, а? Пиньята-зомби. Давайте, не стесняйтесь. Так, деньги, соточка. Так, грибок любви. Примитивный горохострел. И все. И все, ребят. У нас с вами 29-й день наступил. Выживание на этом временном отрезке юрского периода. Так, выбираем с тобой, может быть, гипногриб все-таки взять, а? Защитника, лавгуаву, гриб мина, первобытный подсолнух. И ко всему прочему, здесь, наверное, нам вишневая бомба. Знаешь, что я заметил? У меня нету дальнобойных растений, которые могли бы издалека бомбить. Может быть, взять лазербин? Хотя он мне не нравится. В последнее время перестал нравиться, если честно. Орех. Толку здесь от него тоже ноль. Возьмем, наверное, с тобой сельдерейчика сюда. И сталью, может быть, взять. Или Аки. Слушай, ну в принципе Аки должна хорошо здесь зайти, но лучше, наверное, все-таки зайдет вот эта вот фасолина. Или бобы. Все, поехали. Ах, глянем, как у нас будет получаться. Опять эти сейчас динозавры прибегут, ускорять начнут. Опять нервотрепка. Ну, единственное, радует меня, что наши подсолнухи очень веселые, позитивные. И, кстати, 30-й день у нас. Так, поставим, наверное, миночку вот сюда вот поближе. Так, и будем с тобой потихоньку здесь делать рассаду. Так, сельдерея посадим, пускай там стоит и радуется. Подсолнухи, не спать, энергию мне нужно. Так, смотри. У нас идут здесь зомби. Блин, эти немножко быстрее. Так, если я вот сюда вот поставлю мину. Сюда поставим сельдерей. Нет, 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 не надо. Не надо мне тут твоих птеродактилей. Зачем они нужны? Убирайте их прочь отсюда. Так, гриб, гипногриб. Пока не будем его тратить. Я думаю, он нам пригодится еще. Сюда влепим мину. Сюда эту фасолину. Так, идет мелкий. Так, мы посмотрим, как он утаскивает. Ага, точно утаскивает, друзья мои. Вы правы. Птеродактиль берет зомби и просто его утаскивает. И это классно. Так, сюда влепим гипногриб. Пускай этот идет обратно. Сейчас пойдет волна, так ведь? Не понял, это что там, гаргантюа что ли? Точно! Собственно, ребят, персоной гаргантюа появился, блин. Так, давай там ешь фасолину. Так, этих откидывает, хорошо. Лава глава сработала. Блин, там ускорение сейчас врубят. Там, друзья мои, врубили ускорение. Твою же налево. Так, подожди. Давай вот так вот сделаем. Еще одну мину влепим сюда. Сюда гипногриб. И вот так вот. Слушай, наверное, надо нам мину все-таки размножать. Ну... Так, отлично, шикарно, превосходно. Мелкий, ты что тут жрешь, а? Грибок мой. Так, сюда выставим. Наверное, вот сюда сельдерейчик посадим. Жуй бобы и не волнуйся. И все у тебя будет хорошо. Лаву-гуаву поставим. Слушай, по-моему, справляемся, да?
сюда еще вот так вот сделаем с тобой. Бамс, бумс, взрывы кругом. Шикарно. Лава Гова, пора поработать. Твою ж налево, еще один Гаргантюа идет. Давай, наверное, будем его понемножечку травить. Так, там все окей, там все хорошо. Сюда мы бросим фасоль. Ну, гипногрипп он разобьет полюбасику, да, поэтому поставим сюда защитника. А сзади, сзади я никого не могу. Вот сейчас поставлю. Как раз вот толканут, и он попадет на нашу картофельную мину. Бамс. Отлично, но он еще живой. Он живой, и помимо этого он кидает свою мелочь. Так дело не пойдет, согласись. Сюда защитника ставим. И, блин, мина, ну как ты долго. Давай вот так, может быть, нам повезет. Нет, к сожалению, не повезло. Так, Гаргантюа, как ты долго и медленно идешь. Первобытный зомби-великан. С ним шутки плохи. На, взорвись. Все, друзья мои. Ну, опять же, пришлось один раз потратить голду, да, чтобы оттолкнуть. И это произошло именно в тот момент, когда динозавр стал их ускорять, зомбарей. Тут, как говорится, пришлось. Ну что, мы с тобой переходим, скорее всего, уже... Что-то такое, мой приз. Мы переходим уже к зомби. К зомбосу именно. У нас потому что 31 день, а он именно на 31 день должен появиться. В плане, а где? Значит, должен появиться на следующий день. 31 день это получается последний, да? Кстати, здесь у нас опять же ограничения, смотри. Горохострел, примитивная мина, грипп и заморозка. Я, в принципе, понял. Ну, хорошо, что хоть есть заморозка. В принципе, это растение неплохое. Можно его вот сюда вот поставить. Он их будет замедлять. Ну и, соответственно, наносить урон. Так. Давай, давай, давай. Разбирай его, пожалуйста, разбирай. У нас, как говорится, подсолнухи. Надо будет целый ряд вот так вот сделать, да, из них. И будет круто, на самом деле. Вот таким вот образом. Что, поперли, поперли. Давай сюда срочно мину влепим. И будем второй ряд делать из подсолнухов. Пидич. Так, секунду. Главное, что я не вижу пока этих, ребят, динозавров. И слава богу, на самом деле, что я их не вижу. Вот они, вот они, вот они, вот они, вот они появились. Срочно охмуряем хотя бы одного. Так, охмурили. Дальше нам нужно здесь заморозку вставлять. Так, они очень медленно идут, и это прекрасно. Это для нас очень хорошо. Ну все, с подсолнухами разобрались. Теперь на... Эй! Что вы делаете-то? Как они столкнули-то? Что это, ребята, непорядок. Давай-ка вот так вот сделаем. И надо везде ставить по одному примитивному горохострелу. Так, тут взорвался. Отлично. Давай сюда влепим. Так, бумкнул, да? Ну что же, неплохо. Выставляем сюда мину. Сюда заморозку. Так, наверху проблемы, друзья мои. Наверху проблемы. Все окей, вроде бы справляемся пока потихоньку. А вот это уже плохо. А вот это уже плохо, потому что мы ничего не можем сделать. И сейчас тут... Блин, придется опять потратить свои кровные финансы, чтобы вот так вот, ребята, избавиться от них. Ничего я не смог здесь поделать, к сожалению. Еще и тут пробивается. Но это последняя волна, поэтому можно вот так использовать газонокосилку. Фиг с ним.
Да, потратил маленько опять голды, но все равно 10 тысяч еще есть в кармане. Не забывайте, что впереди у нас будет босс-замбосс. Так, давай-ка я его так, наверное, попробую сделать. Взорвется он или нет? Но пока. Отлично. 10 с половиной тысяч. Ну, я надеюсь, сейчас уже все, будем драться или нет. Поехали. Следующий уровень. Давайте, давайте, давайте. Опс. Какие разводы прикольные. Ну да. А вот он, появился замбосс. Что-то нам там объясняет. Дэйв, как всегда, в истерику. И... как... опа. Опа. Вот оно что. Механический динозавр. Окей, ребята. Так. Окей, я, в принципе, готов. Секунду, что ты там кричишь-то, ё-моё. Давай разбираться быстро, быстро, быстро. С ними, со всеми нужно покончить. Выставляем сюда. Да ну! Хорош! Смотри, что делает, а, чудик? Сразу уничтожает мне растения. Просто сейчас еще и бонг-чой сидят, да? Так, мина. Куда мину улепить? Не знаю, друзья мои. Ставлю, куда ставится, короче. Защитников выставляем, это естественно. Сюда бонг-чой, пускай бомбит. Так, куда еще влепить? Куда еще влепить? Я не знаю даже, куда еще можно поставить. Давай сюда назад. Так, примитивный горохострел. Это у него еще пока первая фаза. Он еще более-менее лояльный, да? Не слишком сильно буянит. Так, спасибо за удобрение. Так, отдали мне орех примитивный. Ну-ну-ну-ну-ну, что тут? Так, вот этого нужно захмутать. Этого нужно захмутать. Пускай он теперь бомбит зомбарей. Так, наверное, сюда еще один орех поставим. Так, потом сюда влепим. Еще одно удобрение нам выпало. Это классно. Того дракона мы с тобой... дракона, динозавра. Приворожили, если так можно это назвать. Так, орех выставляем. Может ультануть как следует, а? Как ты думаешь? Блин, он потихоньку бомбит. Смотри, что делает. Бам-бам, и сейчас они разлетятся. Так, пошла вторая фаза, судя по всему. И он сейчас, наверное, будет уничтожать или сжигать мои растения. Че он замер-то? Может, ульты хочет, а? Смотри, замер. А, это мои примитивные горохострелы стреляют. И, видишь, они его как бы станят. Ну что же, неплохо. Не давайте ему крикнуть там. Так, тихо, птеродактиль. Блин, я не могу, ребята, его приворожить, к сожалению. Сейчас сбросит. Сбросил, а? Ты посмотри на него. И этот сейчас будет из-под тишка сзади хрумкать. Ладно, у нас там бонг-чой, если что. Давай-ка вот так поставим с тобой, наверное, сюда. А, я не могу на эту линию, да, уже выставлять. Понял. Эй, друзья, чего спим? Давай бомбить. Ты же видишь, кто здесь у нас стоит. Так, орех сюда влепим. Защитник. Отбрасываем их всех. Так, идет, 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 идет. Он один здесь? По-моему, один. Сюда вот еще бонг-чой поставим. Ну, вроде бы справляемся пока. Ребята, у него остается последняя полосочка ХП. Последняя полоска ХП, но что-то у нас тут совсем дела не идут. Так, давай-ка ультанем разочек.
все. Что-то он сейчас будет, по-моему, еще хуже лютовать, друзья мои. Что-то мне так кажется, потому что он совсем в ярости уже встал. Смотри, глаза у него полопались, капилляры. И сейчас, судя по всему, будет тут шуршать. Так, спасибо за удобрение. Я могу ультануть, ведь так? Могу. И я ультую. Так, куда бы мне этот грибок поставить, а? Пока некуда. Давай, друзья мои, бомбим его. Вот, вот что он делает. Смотри, сжигает просто-напросто. Причем орех не успевает погибнуть. Он что, прям в харю ему, смотри. Бам-бам-бам, наяривает маленький боксер. Тынь-тынь-тынь. Да, жалко, его спалили. Немного он, конечно, побоксировал, но все-таки. Так, а что, больше никто не идет? Ни зомби, ничего. Друзья, ой. Ой-ой-ой, зачем я это сказал? Вот они. И явились, не запылились собственной персоной. Давай, наверное, с тобой применим ульту. Пам-пам-пам. Все отлично, все шикарно. Все как мы любим, друзья мои. Слушайте, ну, если честно, мое мнение, это один из простейших боссов. Тот, который на дискотеке просто меня выбесил. А этот я на расслабоне его прошел. Так, Метеор Райд. Да, Метеор Райд. Прошли, друзья мои. Я нас с этим поздравляю. Так, и у нас с вами должен открыться новый биом. Хотелось бы просто одним глазочком глянуть, что это такое. А, это же пляж, ё-моё, друзья мои, вы писали, что пляж — это полная жесть, да? А самый последний уровень, как вы писали, вообще непроходимый. Так что квест комплит, я так понимаю, мы с тобой заработали здесь пиньету. Мы ее обязаны получить, ну-ка дай-ка сюда. Угу. Так, а что же у нас здесь выпадет? Ну, а, 500 монет. 500 монет — это хорошо. Плюс 2 примитивных горхострела. Грибок любви. И мина примитивная, 2 штуки. Так, становится 21. Примитивный орех. Окей. Так, примитивный подсолнух. И все. Понятно. Так, что у нас там? У нас есть ивенты. Оу. На пиньяты. Ох, сегодня на работе, наверное, немножечко сыграну. Ну и тут у нас есть гемы. Тут гемы есть. Так, нам нужно сыграть с тобой на арене и сыграть в пенни. Да? По одному разику. Слушай-ка, давай-ка, наверное, посмотрим, что у нас тут происходит. Ага. Водоросли, крокодильчик, кувшинка и банан. И пиньяты будут выглядеть вот таким вот образом. Слушай, друзья мои, игра скоро будет пройдено. Так, а что у нас тут? Ага, понял. Ну что, давай глянем хотя бы на первый уровень. Подожди, я хочу зайти. И у нас будет кувшинка, да? Сразу же, как только мы пройдем. Сколько здесь дней? Покажите мне, пожалуйста. Ё-моё. Столько же, сколько и в юрском периоде, да, получается. Ладно, давай начнем с первого уровня. Так сказать, на пробу заглянем туда. Я хочу посмотреть, по-моему, здесь будет волна, да? Прибывать, убывать, что-то с этим связано, если я не ошибаюсь. Угу, а зомби идут почему-то из-под воды. Очень это интересно и очень странно. Так, возьмем мину. Так, кто-то говорил, почему ты купил мяту и ее не используешь? А где ее использовать, друзья мои? Негде, не на ком. Так, взять что ли? Нет, фасолина — это не то. Бунгчоя, наверное, возьмем, да? И он уже с ведром, значит, возьмем. Блин, магнит не хочу пока брать. Попробуем без него. Вот защитника и лаву гуаву. Я не знаю, правда, как здесь лава гуава будет у нас работать. Мне кажется, она здесь бесполезна.
и Аки. Ну, давай проверим. Поехали. Очень много кувшинок надо нам, да, с тобой, наверное, расставлять, а уже на них. Это, как помнишь, у нас уровень был на крыше в первой части. Там нужно было ставить горшки, в которых росли растения. По-другому никак. Здесь что-то типа того. Так, ладушки, будем справляться как-нибудь. У нас выбора все равно не очень много. Ну, лава-гуава, я не знаю, как она действительно здесь будет работать. По-моему, в ней нужда пропадает в этом уровне. Даже вот хотелось бы посмотреть. Нет, сюда ставить бесполезно. Сюда есть только вот мину. Что? А почему? А так? Слушай, мину я не могу поставить, оказывается, на кувшинку. Так же, как и сельдерей. Вот тебе раз. Хм. Да. Не все так просто, оказывается. Блин, гориллы, а. Это еще пока нету, как сказать, прилива, да? Пока вода стоит на месте. Потом должен быть, по идее, приливчик пойти. Так, ну давай, съедай эту кувшинку, фиг с ней. Идут толпучки зомбарей. Так, сюда поставим сельдерея. Мы получили удобрение. Куда бы его применить? Да пока никуда. Пускай пока у нас полежит. А вот Аки будет у нас здесь стоять и бомбить. Лава-гуава хороша только лишь вот здесь, на самом пляже. Здесь будет, конечно, от нее толк, но в воде это нет. Это исключено. Давай сюда поставим и... И все, что ли? Нужны кувшинки. Ха, а лаву-гуаву я могу поставить, да? Смотри-ка, на кувшинку и стоит, довольная. Очень интересно. Тут он уже хрумкает, ё-моё. Там мы их уже защитников слопали. Так, Аки вроде бы бомбит. Так, посмотрим, как лава работает. Ага. Она, как говорится, кого успела облить, да, кислотой своей, тот и погиб. Понял. А вот почему картофельная мина на кувшинке, видимо, она должна закапываться в землю, да? А на кувшинке это сделать невозможно. Судя из-за этого, наверное, и не имеем права туда ее сажать. Так, защитник мой повредился. Съедай. А я вот лаву-гуаву сюда влеплю. Блин, все равно съел, а, кувшинку. Ты посмотри. Тогда взорвись. Удобрение, это, конечно, все хорошо. Сюда мину влепим. Так, бонг что и там наяривает, я боюсь. А хотя мы можем вот так сделать. Ну да. И зомби с ведром на голове отдуплился. Сюда выставим лаву-гуаву. Защитника немножко подправим, да? Ну и, например, вот сюда можно поставить кувшинку. Кстати, сюда лучше всего, наверное, ставить свеклу. Это было бы прикольно. Так, облили кислотой. Ну, этих с тобой мы сейчас покидаем. Куда мину-то влепить? Мину некуда поставить. Идет по кислоте. Соответственно, ему наносит урон. И сверху мы его обливаем, он сгорает. Так, этих сейчас будем отталкивать. Давай починим. Так, секунду. Лава-гуава, выходи. Вот они, последние партизаны. Бегут. Довольные собой, а? Красавцы. Давай-ка вот так вот поставлю бонг-чой сюда. Надо с этим разобраться как можно быстрее. Сюда поставим на... Подожди.
Сельдерей, вот что ты там сидишь, спрятался? Давай бомби в зомби. Начинает здесь придуряться. Посмотри на него. За него только подсолнух потерял. Так, что здесь происходит? Я не могу понять, что это такое? Что это за беспредел здесь? Где у меня мина? Мина пока в откате. Тогда сделаем вот таким вот образом. Сделаем вот таким вот образом. И вот так вот еще. На! Аж вода бурлит, прикинь. Бомбанул, да? Лава-гуава. Сейчас ему будет крышка. Все, друзья мои. Заценили мы с вами пляж. Довольно такой нервозный уровень. Я не знаю, что там будет дальше. Но мы с тобой получили 25... А, нет. Не 25. Это просто мы получили кувшинку. Стоит она 25 солнечной энергии. Ну что же. Думаю, на сегодня пока достаточно. Обязательно продолжим с вами играть. Увидимся в следующей серии. Так, у нас что-то здесь доступно. Пиньятушка, наверное, да? Ну, естественно. Так, давай глянем, что здесь у нас выпадет. Так, 100 монет, это понятно. Две кувшинки. И все? Ну, это как-то нечестно. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.